Дякуємо, рухаємось далі. Костю, заспівати із улюбленцем мільйонів час твоєму підопічному. Розкажи, будь ласка, як він сприйняв звістку про свого зіркового партнера? Ну, сейчас на сцену выйдет Витольд Петровский. Это человек, который вызывает, наверное, наиболее противоречивые суждения о себе. Но сегодня ответственный и очень для него знаковый вечер, потому что мастер-класс ему будет давать, на мой взгляд, выдающийся совершенно вокалист Александр Пономарев. Итак, Витольд Петровский и Александр Пономарев. Ну, а, якось так вот, знаешь, у нас тут... Бывает так. Бывает. Бишкетник, ты бишкетник. Это онкология. Я постоянно с этим связан в последнее время, последние несколько лет. Не знаю, так получилось. Я, с одной стороны, не... хочу этого не касаться, потому что... Я боюсь в будущем столкнуться с подобной проблемой, если у меня будут дети. Диви, яка хмара вийшла. Але у нас, які будуть хмари, щоб без дощу, да? У нас буде сонце світло. Почему-то мне кажется, что это все притягивает. Но с другой стороны, я не могу отворачиваться от этой беды чужой. Лично мне это помогает как-то пересмотреть в очередной раз какие-то взгляды на жизнь. Диви, яка у нас картина. Бачив? Він такий малий хлопчик. Я не скажу, что я как-то неправильно живу, но все равно заносит временами. Я хочу, чтобы даже чуть-чуть не заносил. Вот. Если Витольд не хочет искать какие-то новые краски, да, для себя, он, почему я должна искать какие-то новые слова для того, чтобы описывать одинаковые его выступления? Люди ищут искренности, ждут настоящего вот чего-то. Дайте мне возможность это делать. Если я буду делать что-то другое, это не будет по-настоящему, это не будет искренне. Я уже понял давным-давно, в отличие от членов жюри, что бесполезная совершенно трата времени ломать вот такого человека и впихивать в него то, что в него не влазит. Вы будете петь с Александром Пономаревым дуэт. Вот, хорошая очень песня. Пономарева я слушал лет с 13, наверное. Он для меня еще звезда-звезда. Ну что, давай пробовать, что мы с тобой будем успевать. Конечно, учиться у такого мастера, ну, возможность потрясающая. Ну давайте первый приспев, заспев, я другий. Ну я переживаю, что мало. Ну, ты сейчас спокойно. Ему есть над чем работать, конечно, и много над чем работать. Он же пока что сирий. Песня не легка, но он ее обрал, это, ну, за смелость ему 5. А далее, как оно выйдет в него заспевать, тут может быть разное. Витольд Петровський та Олександр Пономарьов. Варто чи ні жити без тебе? Полетів з тобою в небо, я повернув би час назад і сказав би так. Я люблю тільки тебе, Богом дана мені. Палає у вогні, що ти дала мені.
варто чи ні жити лиш згадками, спомини в сні. Витоль Петровский, Александр Пономарев. Справжні чоловіки на X-Factory. Я не знаю, чи можна знайти більш вишукану пісню про кохання, Сашо. Ми компліменти вашому дуету. Вас чекає Андрій. Дякую. Ці оплески для Вітольда та Олександра. Мені дуже-дуже цікаво дізнатися, якої ж думки наші судді про цей дует, Андрію. Вы знаете, очень необычный, неожиданный дуэт для Витольда. Необычная песня тоже для Витольда. Я смотрю, ну, я согласен абсолютно с Костей Меладзе, что Витольд выбирает тот репертуар и тот материал, который ему нравится. Наверное, пусть его судьбу решает зритель. Зритель всегда прав. Что касается данного дуэта, запел Витольд, все хорошо. Но запел Саша Пономарев, и как ураган Катрин снес Витольда куда-то очень далеко. Витольд, надо смотреть на Сашу и учиться. Дякую. Антоне. Вот сперва, вот после этого выступления, хочу сказать спасибо X-Factor'у за то, что дает мне возможность присутствовать на этом прекрасном концерте, да еще и наблюдать за ним с первого ряда. Я реально, как бы, конечно, для Витольда это очень удобная и правильная песня, в которой он может проявить свои вокальные данные наилучшим образом. Но эмоциональный градус у Александра Пономарева был сегодня намного выше. Спасибо. Дякую. Юля. Ну, бездоганне виконання, як завжди. Дуже дійсно пощастило Вітольду з піснею і з партнером таким надзвичайним. Від цієї пісні завжди щемить серце. Але конкурс X-Factor, шоу це, мені здається, воно для того, аби люди шукали себе, аби люди знаходили нові фарби. Якщо Вітольд вже знайшов, нащо йому наше шоу? Дякую. Ну що ж, ще Костя. Ну, це був лаконічний, дуже рівноцінний
замечательный, настоящий мужской дуэт. И вот я все больше и больше убеждаюсь в том, что, знаете, вот есть в каждом конкурсе вот такие люди, которые просто являются объектом, знаете, вот такой какой-то, ну, можно сказать, травли, да, со стороны жюри. Причем это происходит только потому, что человек продвигается и исполняет тот жанр, который членам этого жюри не совсем близок, и они, собственно, за этот жанр вот его, собственно говоря, и чехвостят вот так, из эфира в эфир. И я думаю, я сейчас поймал себя на мысли, что если бы в нашем конкурсе бы участвовал Александр Пономарев в качестве конкурсанта, то его ждала бы точно такая же участь. Неправда. Потому нет, что, я в принципе, неправда. Александр Пономарев, хоч він і лірик, але просто... теж є багато жвавих пісень, і він просто, теж може бути різним. Просто вот я... Когда, собственно говоря, мы настраивали Витольда на эфир на этот, я попросил его петь для людей, для публики, минуя, что называется, да, так сказать, членов жюри. И в принципе, то, что Витольду не нужен конкурс этот, может быть, отчасти это и так, но опять-таки, нас смотрят миллионы телезрителей, и вот, собственно говоря, их мнение наиболее важно, и поэтому мне кажется, что Витольд на правильном пути, и нужно, собственно говоря, выстоять, выдержать и продолжать борьбу. Молодец. Так, как вы, Костя, вважаете 79% наших дописувачів, у яких защемило серце від виконання цієї пісні. Цікаво, що думають хлопці з цього приводу, Андрію? 65-70. Александр, во-первых, спасибо, что вы к нам пришли. X-Factor рад вас приветствовать. Ну и вопрос, как вы думаете, вы пройдете дальше в нашем шоу? Вопрос именно вам. Будут ли за вас голосовать зрители? Я не знаю. Я ще маю співати сьогодні прем'єру пісні, тому я пройду точно, напевно, що... Ну, ви хочете, так? Да? Ні, я з Вітольдом скажу, ну, стосовно швидких, потужних пісень, там, веселих пісень. Ну, є люди, які є ліриками, а є люди, які не ліриками. Він лірик. Та й хай робить так, як в нього вдається найкраще. Мені здається, як Боженька допомагає, так і робить. А от вам, а от такий от ответ. Витольд, что ты можешь сказать? Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Александра за этот дуэт. Это для меня очень почетно. Во-вторых, хочу сказать спасибо всем судьям за ваше мнение. И на самом деле я знаю, как я буду двигаться дальше вперед, потому что недавно я просматривал все разноплановые выступления Андрея Данилко, и теперь я точно знаю, над чем мне стоит работать, чтобы я не был монотонным дальше. Поэтому я удивлю. Очень правильно вы делаете, Виталий. Вот посмотрите несколько раз. Запахло жареным. Просто Витольд готовил на кухне перед началом выступления. Я обращаюсь к вам, дорогие зрители. Если вы хотите, чтобы Витольд прошел дальше в нашем шоу, вам нужно что? Правильно, голосовать. Очень прошу, не будьте равнодушными. Поддержать Витольда бесплатно вы можете в мобильном приложении Телепортал, а также по номеру 0900-901-010. Также удачу может принести смс цифрой 10 на номер 7766. Стоимость звонков и сообщений меньше гривны. Желаю удачи! Это был Витольд Петровский и Александр Пономарев.